Одна из природоохранных зон, над созданием которой сегодня ведется работа, будет расположена на острове Вайгач. Там планируют создать национальный парк, который позволит сохранять редкие виды животных и историко-культурные объекты. Какие еще перспективы ожидают остров и его жителей, нам рассказали разработчики проекта. Остров Вайгач – один из уникальных уголков мира, удаленных от воздействия цивилизации. На побережье острова вьют гнезда гаги, гагары, устраивают лежбища, моржи и охотятся белые медведи. Из 80 видов птиц 11 занесены в Красную книгу. Под охраной государства и редкие лишайники и водоросли – несколько видов животных. Помимо биологического разнообразия, Вайгач ценен культурным наследием. Многим известно, что на острове располагается древнее святилище ненцев. Глава всех божеств – Семилик. Высоко стоит в окружении 400 небольших деревянных и каменных идолов. Поклоняться духам сюда приезжали ненцы со всех тундр, даже из-за Урала. Знакомство с флорой и фауной, а также укладом жизни ненцев, может стать хорошим началом для развития туризма на Вайгаче. По опыту других подобных национальных парков мы знаем, что существует Русская Арктика с 2009 года, которая также включает ряд арктических островов. Предположим, там рост числа туристов, которые посещают острова, очень существенен. То есть в 2015 году более 1000 человек посетило острова, входящие в Русскую Арктику. И я думаю, что к Вайгачу интерес будет не меньше. Но прежде чем везти на остров туристов, необходимо подготовить инфраструктуру. Гостиницы, точки питания, транспортные маршруты станут стимулом к развитию территории. В этом, по сути, и есть главная задача создания национального парка. Этот статус дает возможность, с одной стороны, развивать территорию, с другой – сохранять историко-культурные и природные богатства. Для единственного населенного пункта на острове – поселка Варнак, где нет никакого производства, кроме традиционных промыслов, национальный парк может стать отправной точкой развития. Так, из 50 постоянно проживающих жителей около 20 не имеют постоянной работы. Сегодня они занимаются охотой, рыбалкой и оленеводством, что, кстати, на территории парка не запрещено. Все традиционные виды природопользования, которые действуют на этой территории, они просто упорядочиваются и, более того, приводятся в соответствии с современным этапом вот этого вида природопользования, который существует. Местные жители, рассматривая проект того или иного национального парка в любом субъекте, они фактически участвуют в написании положение развития своей собственной территории. Ведь тот устав национального парка любого, который принимается за основу его функционирования, утверждается на уровне Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, он подготавливается с учетом замечаний и самым активным непосредственным участием местных жителей. Сегодня с местными жителями ведется разъяснительная работа. Кроме новых рабочих мест, это принесет ощутимый результат в борьбе с браконьерством. Не секрет, что на остров ежегодно приезжают охотники за белыми шкурами, которые доставляют немало хлопот островитянам. Разъяснительную работу я провел фактически, но мы еще полетим туда, слетаем туда. Я уже договорился, фонд никакой роды. В декабре где-то слетаем туда, переговорим еще раз, собрание проведем, чтобы успокоить жителей. Часть населения получит работу, да. Чем сидеть просто, да, вот на пенсию родителей, или там сходил, поймал там куропатку, там, мерку там поймал, или рыбу поймал. Ты лучше пенсионный стаж зарабатывать, тоже надо, правильно? Сегодня в России около 150 особо охраняемых территорий. Одни из недавно созданных – Онежское поморье, Русская Арктика, Национальный парк Кинозерский. Если о последствиях создания первых территорий говорить еще рано, последний уже принес ощутимый результат жителям Кинозерия. В деревнях открылась молочная ферма, лавки продаж грибов, ягод, сувениров. Туристы с удовольствием пробуют местные шанги по старинным рецептам, плетут коробы из бересты под присмотром мастеров народных промыслов и совершают прогулки по многочисленным экологическим тропам. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, телеканал «Север».